В долгах, как в шелках, россияне набрали рекордную сумму кредитов. В июне пишут «Известия». За месяц физлица получили кредитов на общую сумму 1,7 триллиона рублей. Ипотека составила 40% объема всех займов или 777 миллиардов рублей. По сравнению с маем, рост в этом сегменте составил 44%. В значительной степени это объясняется последним месяцем льготной ипотеки. Программа прекратила свою работу с 1 июля. Если говорить конкретно про июнь месяц этого года, то, конечно же, здесь способствовало завершение ипотеки. И вот люди пользовались последней возможностью взять ипотеку на льготных условиях. Поэтому вот мы увидели такую беспрецедентную цифру, которая в разы превышает выдачу кредитов, допустим, в первом квартале текущего года. Помимо ипотеки, остальные сегменты также показали высокий рост. Что касается кировчан, кредиты они тоже активно берут. И на то есть ряд факторов. Наш город относится к тому, который, скажем, с точки зрения роста зарплат, он сильно поднялся, скажем так. И у людей появились возможности, и они почувствовали возможность что-то взять сейчас в кредит, а считаться потом. 26 июля, скорее всего, будет повышена ставка, но достаточно существенно. Поэтому люди, которые сейчас как бы еще не взяли кредит, но в этом размышляют, они тоже сейчас активно берут и реализуют свои возможности. Что касается ставки, федеральные эксперты также сходятся во мнении, что после ее повышения спрос на все виды кредитных продуктов упадет. Предположительно, это произойдет уже в августе.